Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот пончо. У меня оно было в моих работах, если кто-то видел. И многие просили сделать видео по нему. И оно у меня здесь все не помещается, так покажу частями. Размер универсальный. Пончо, как вы знаете, можно носить почти на любой размер. Но я исходила от размера обхвата горловины. Вот отсюда вы тоже для себя будете делать расчет и получите свой размер. Ну, примерно это пончо на размер 50-56. Ну и 48, мне кажется, тоже пойдет, но смотрите сами. Размеры я не буду давать, потому что вот эта длина пончо будет зависеть от длины вашего рукава. То есть не самого рукава, а именно от линии горловины до кисти рук. Вот это вот вы сами определите длину. Как удлинить пончо? Удлинить можно будет, мы будем дальше вязать вот по этому рисунку. Удлинить. Или же лучше всего, мне кажется, добавить обвязку по низу. Здесь мы будем сеточку вязать. Вот можно ее просто шире сделать, если вы хотите удлинить. Можно будет лучше здесь. Вяжите лучше там, как положено, а низ уже можно будет немножко длиннее сделать. Так будет лучше. Так, что еще? Значит, горловина у меня связана спицами. Как видите, вот верхняя часть отворот у меня связан узором объемная резинка. Где найти урок на именно этот рисунок, многие спрашивают, это на первой части серые носочки. Если найдете у меня на канале, первая часть, там как раз я подробно не остановилась на этом рисунке. А внутренняя часть у нас связана просто резиночкой один к одному, для того, чтобы она более плотно к шее сидела. Вот крючок у меня я использовала, крючок номер 3 или 4 возьмете. Толщина пряжи у меня примерно 240-250 метров на 100 грамм, но можно и тоньше взять ниточку, но не намного тоньше, хотя в принципе все зависит от того, сколько вы наберете на горловину. Но слишком тонкая ниточка будет немножко, по-моему, не так. Именно горловина. Если будете совсем тонкое вязать, будет сложно, мне кажется. Но это вы смотрите. Просто попробуйте, если у вас сильно тонкая ниточка. И здесь у меня 80 петелек. Дальше я вам, по-моему, дальше рассказала, вроде записала это все, но я повторю все равно сейчас, как рассчитать. У меня 80 петель, если будете набирать петельки, один раппорт это 8 петель, то что горловины, 8 петель горловины это один раппорт, то есть вот эта вот часть, вот эти две дорожки это у нас один раппорт, то есть одна идет на линия, вот это вот идет элементы из трех воздушных петель, и одна дорожка, это вот ананас идет у нас. Вот две дорожки, это 8 петель. Вот так вот делайте расчет. Если не 80, то 88 петель или 96 и так далее. Если меньше будете, значит отнимаете 8 петель и так рассчитываете свой размер. Затем, что я еще хотела сказать, вот по этой схеме вязания можно, в принципе, и юбку связать. Будет тоже неплохо смотреться, если с тонкой ниточки взять и по этой схеме связать юбку, будет очень красиво смотреться. Так, а я сама вязала. Из какой пряжи? Вот она у меня. Это у меня кавказская двоечка. Кавказская двойка. Ушло у меня было три пасмы, вот из третьей у меня осталось вот это, ну примерно грамм 700-750 грамм ушло на это пончо.
Ну, вроде бы все сказала, и давайте приступим к работе. Итак, будем набирать первый наборный ряд. Для того, чтобы краешек у нас не был более такой, я делаю утолщенный, для того, чтобы у нас воротничок лег свободно по внешней стороне. Поэтому я сложила один край. Вот у меня самая длинная ниточка, да? Вот она у меня. Я просто сложила один конец на ту длину, чтобы нам хватило на набор петли. Не бойтесь, что у вас там лишнее останется. Побольше там оставляйте, потом той частью просто можно будет зашить воротник. Поэтому будем делать так. Можно было бы по кругу связать, но этот узор не очень красиво смотрится, когда вяжешь по кругу. Поэтому буду вязать не по кругу будем вязать. Так, теперь вот у меня конечек сложенный, да, и берем, набираем, двойная ниточка у нас впереди должна быть, и набираем петли. Там у нас одинарная, здесь двойная нитка идет, и набираем вот таким вот образом свободненько, не стягивая переднюю ниточку, не стягивай. И как видите, вот у меня немножко утолщенный край получается. Он красиво будет смотреться на изделии. И таким вот образом наберем 80 петелек. 80 петель наберете, и с той стороны надо будет связать резиночку один к одному, то есть одна лицевая, одна изнаночная петля. Затем я не буду показывать, просто буду повторяться иначе. Начинать будет узор с лицевой стороны. Как связать его? Есть видео «Серые носочки», первая часть. Как раз там на резинке я подробно остановилась на узоре. Объемная резинка называется. Вот вы ее будете вязать на высоту внешней части отворота воротника, насколько вы будете отворачивать там. Я вам потом посчитаю, сколько у меня получится. И дальше, а внутреннюю часть мы будем вязать немножко по-другому. И я вам это покажу. Закончила я воротник вязать. Высота, сейчас я вам посчитаю, вот этой передней части воротника, отворота нашего. По шишечкам буду вот этим считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть это 24 ряда. Ну, не считая вот эти два первых ряда, наборные и лицевые, изнаночные там у нас шли. Теперь вот эта часть, она у нас немножко короче, чем передняя. Вот смотрите, я сложу, чтобы вы знали приблизительно на вот эту, если не буду считать, две шишечки у нас пойдут назад, туда, внутрь отворота. Для чего это делается? Для того, чтобы скрыть вот эту внутреннюю часть. Если их делать одинаковым, то она вылезет сюда. Но мне кажется, что это будет не очень хорошо. И теперь будем закрывать петельки и переходить на вязание крючком. Закрываем на изнаночной стороне. То есть, если мы повернем, в принципе, это у нас лицевая сторона, но если мы повернем отворот, видите, отворот у нас на изнаночной стороне. Повернем, это у нас будет лицо. Так, теперь закроем. Закрывать будем крючком. Так. Первые две петельки вместе. Раз. Два. Закрываем свободненько, чтобы не натягивалось полотно, чтобы у нас пошло это все по кругу, не стягиваясь. Закрываем свободненько. По две вместе. Ну, как обычно, мы закрываем полотно. Точно так же мы закрываем краешек. Смотрите, чтобы оно у вас не стянулось, чтобы потом можно было легко одеть на голову.
место и закрываем до конца ряда, а потом перейдем уже к вязанию самого узора на полотне. Так, вот я закрыла. Как видите, свободненько старайтесь свободно закрывать, так, чтобы у вас пролезла голова. Когда мы закроем вот эту часть, она должна свободно проходить через голову. Теперь мы будем вязать по кругу. То есть складываем вот так вот наше полотно. Как я сказала, вот этот рисунок, он у нас должен находиться внутри. Теперь будем вязать по кругу. Соединяем конечную петельку с первой. Желательно за две ниточки, чтобы у нас нитка не вытянулась. Было более аккуратно. Соединили. Теперь поднимаемся на две воздушные петли. Ну, в этой мы не сможем втиснуть три петельки, поэтому я, наверное, хотя нет, будем вязать отсюда еще один столбик с накидом. Две воздушные петли и сюда же еще два столбика с накидом. Так, за две ниточки. Два столбика с накидом. У нас должно получиться 20 дорожек, поэтому вводить следующий узор буду вот через одну дорожку лицевой петли. То есть здесь мы ввели, эту пропускаем, следующий будем. Но для того, чтобы слишком большого расстояния не было в этом ряду, поэтому здесь я над этой лицевой петлей свяжу один столбик с накидом, чтобы не сильно большая дырочка здесь была. Значит, здесь мы сделали, и над следующим лицевым рядом вяжем опять два столбика с накидом, две воздушные петли и сюда же еще два столбика с накидом. Так. Вяжем свободно. Если не получается свободно, возьмите крючок более толстый. Опять над этой дорожкой лицевой петли вяжем столбик с накидом, над следующей два столбика с накидом, две воздушные петли и сюда же два столбика с накидом. И вот так вот вяжем до конца ряда, чередуя столбик с накидом и вот группу, и вот этот элемент узора, и до конца ряда по кругу к этой нашей части. Так, вот я закончила ряд, и у меня таких вот элементов узора 20 штук. Это значит 2 элемента на один ананас у нас получится. Теперь заканчиваем ряд, соединяя первым. Здесь, где у нас были воздушные петельки, вот с ними мы соединяем последний столбик. Так, я соединила. Теперь переходим внутрь под арку соединительной петлей. Две воздушные петельки и сюда вяжем теперь это у нас считается как один, еще два столбика с накидом. У нас будет теперь по три столбика с накидом в каждом этом элементе. Две воздушные петли и сюда же три столбика с накидом. Раз, два, три. Дальше вяжем этот элемент. Теперь мы уже не будем вязать этот столбик, просто переходим к следующему, вяжем три столбика с накидом, две воздушные петельки и опять три столбика с накидом. И вот так мы вяжем этот ряд. То есть только вот этот элемент вывязывая, только вот этот элемент повторяя в каждой вот этом элементе. Так, закончили ряд. И теперь следующий. Опять соединяем с началом нашего вязания соединительной петлей. И теперь переход делаем опять внутрь элемента. Здесь у меня два шага будет.
два раза соединительные петельки, потому что здесь у нас шире полотно. Теперь поднимаемся на 2 воздушные петли, опять вяжем этот элемент, повторяем его. Но мы здесь немножко расширим уже полотно, поэтому будем добавлять по одной воздушной петельке между вот этими элементами. Так, вяжем 3 столбика с накидом. И здесь 1 воздушная петля. И опять переходим к вязанию вот этого элемента. То есть мы чуть-чуть расширим за счет 1 воздушной петли. У нас полотно немножко пойдет пошире. И вяжем дальше опять 3 столбика с накидом, 2 воздушные и 3 столбика с накидом. И опять здесь у нас воздушная петля. И так далее. То есть мы добавляем вот этот элемент. И следующий ряд я уже не покажу вам. Следующий 4-й ряд отсюда. 1, 2, 3 и 4-й будете вязать точно так же, но там у вас будет 2 воздушные петельки. Вот так же добавите. Не забудьте, вяжите этот элемент, 2 воздушные и опять вот этот. Это в следующем ряду. А здесь вяжите этот элемент, 1 воздушная и так далее по кругу. Итак, вот что у нас должно получиться. 4 ряда я связала. И теперь мы начнем вязать ананасик. Первый ананасик у нас будет небольшой, маленький. Так, вот конец я соединю с первым элементом. И опять вот эти переходы мы будем постоянно делать. Они не отличаются в каждом ряду. И вот этот элемент первый тоже будем без изменений все время вязать. Вяжем еще 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки и еще 3 столбика с накидом. А следующий у нас будет ананас. Так, теперь 3 воздушные петельки. И вот здесь вот в этом элементе мы будем вывязывать ножку ананаса. В первом ананасе мы здесь свяжем 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Три воздушных петли и вяжем вот этот элемент, он без изменений следующий идет. 3 столбика с накидом, 2, 3, 2 воздушные и еще 3 столбика с накидом. Вот этот раппорт узора у нас будет повторяться по кругу. 3 воздушные петли, следующий опять у нас ананас будет. Так что чередуете вот этот элемент и этот, значит, следующий будет у вас этот. И так далее по кругу вяжем. Так, закончили этот ряд. Вот как у нас этот выглядит все. И теперь опять же соединяем полотно. Переходим внутрь под арку. И вяжем наш этот элемент. Как я сказала, это у нас без изменений. Поэтому сильно задерживаться на нем мы не будем. Я побыстрее его свяжу. И теперь опять 3 воздушные петельки. И вот над этой аркой у нас будем вязать столбики. Так, чтобы вам было видно, куда я ввела первый столбик в первой петле над первым столбиком. Вяжем столбик с накидом и воздушная петля. И так вот мы вяжем над всей арочкой. Я вам буду считать. 1, 2. Так, не забываем воздушную петельку. 3, 4, 5, 6 и 7. 7 столбиков с накидом.
3 воздушные петельки и вяжем опять вот этот элемент без изменения. У нас в этот раз идет 3, 2 воздушные и 3 столбика с накидом, и дальше опять ананасик и 3 воздушные петли. Так, что у нас изменилось? Изменилась вот эта вот часть, то есть мы добавили воздушные петли между столбиками, и их у нас тут 7. Таким вот образом вяжете по кругу. Итак, закончили ряд. Вот у нас так он выглядит. И теперь следующий ряд. Опять же, мы соединяем конец ряда с начальным, переходим внутрь под арку, 2 воздушные петельки, и здесь же вяжем опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, сюда же еще 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные петли. И теперь будем вязать арочки над ананасом. Вяжем столбик без накида в первую дырочку. 1, 2, 3 воздушные петли. И в следующую дырочку столбик без накида. 1, 2, 3 дальше. 1, 2, 3 еще столбик, 1, 2, 3 и соединяем, 1, 2, 3 и последний столбик, 3 воздушные петли, и вяжем опять же вот этот элемент без изменений. 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 3 воздушные петельки, и дальше будет повторяться. Смотрим, что у нас должно получиться в этом ряду. Значит, над ананасиком у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 таких арок. И значит, вот этот элемент мы повторяем в каждом вот этом элементе. Эти элементы у нас без изменений идут. И так мы вяжем до конца ряда. Так, закончили этот ряд. Закончили с нашими арками. И теперь опять же соединяем. Переход опять выполняем. 1, 2 шага. И здесь мы немножко изменим этот элемент. 2 воздушные петельки. Вяжем сюда 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Сюда же. Опять 2 воздушные петельки, и сюда же еще добавляем 3 столбика с накидом. То есть мы здесь будем расширять полотно между ананасами. Так, вот так вот у нас этот элемент выглядит. 3 воздушные петельки и опять арочки над ананасом вяжем. Так, в первую арку соединения. 1, 2, 3, вторую. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. И последняя арка. И 1, 2, 3. Так, арки мы сделали. Здесь у нас уже 1, 2, 3, 4 арочки над ананасом. И дальше у меня запуталась ниточка.
Дальше опять вот здесь вот у нас изменение идет вот на этом элементе. Опять вяжем сперва 3 столбика с накидом. Две воздушные петельки. Сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Две воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз. Запуталась у меня нитка. Так. Так, один столбик, два и три. Три воздушные петли. Дальше повтор. Так, опять смотрим. Вот так вот у вас следующий ряд должен получаться. То есть мы изменили вот этот элемент, добавив еще 3 столбика с накидом. И дальше повторяете. Значит, вот этот элемент не забываем. В каждой вот этой дорожке мы будем ее так вязать. Над каждым ананасом у нас по 4 арочки. И вяжем так до конца ряда. Так, закончили опять же ряд. И теперь переходим опять же к следующему. Соединяем с началом нашего вязания. Выполняем переход. Две воздушные петельки и сюда же два столбика с накидом. Две воздушные петли. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Две воздушные петли. В следующее отверстие вяжем опять 3 столбика с накидом. Три, две воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом. Мы еще больше расширяем полотно в этой части. 3 воздушные петли. Вот что у нас должно получиться здесь. Дальше опять вяжем арки над ананасом. Первая. Соединение. Дальше арочки по 3 воздушные петельки в каждую арку предыдущего ряда. Здесь у нас получается 3 арочки над ананасом. То есть ананасик у нас сужается, и мы соответственно расширяем полотно с двух сторон от ананаса. 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом вяжем здесь. То есть для того, чтобы вязать ананасики, вы должны понять, если вы расширяете, вернее сужаете ананас, значит вы соответственно должны расширять полотно с двух сторон ананаса. Вот мы это и делаем. Две воздушные петли, вот я этот элемент связала, две воздушные и второй элемент вяжу вот из этого отверстия. То есть 3 столбика с накидом. Две воздушные и еще 3 столбика с накидом сюда же. Раз, два, три и дальше повтор. 3 воздушные петельки и дальше повторяйтесь. Вот так вот выглядит наш следующий ряд. И вяжем так по кругу. Так, закончили ряд и теперь переходим к следующему. Так, опять делаем соединение. И переход. Так, перешли. Две воздушные петельки, сюда же два столбика с накидом.
2 воздушные петельки, сюда же еще 3 столбика с накидом. Так. Теперь 1 воздушная петля, и вот здесь вот варочку между этими элементами вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же еще столбик с накидом. 1 воздушная петля. И дальше продолжаем вязать вот здесь. И здесь 3 столбика с накидом. Две воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. Так, вот такой вот элемент у нас идет вот так вот расширение. Как видите, мы добавили вот этот вот элемент. И дальше опять арочки. Арочки у нас здесь на ананасе 2 арки остается. Так, вот он у нас 2 арки. Мы их связали, и теперь дальше уже вяжете сами. Значит, вот этот элемент, как я сказала, вот здесь добавляете вот точно такой же элемент, остальное все без изменений, только вот этот вот серединный элемент добавляете, и так вяжете по кругу до конца ряда. Так, закончили этот ряд, и так у нас все это выглядит. Переходим к следующему ряду. Опять соединение, переход, и здесь вяжем опять 2 воздушные петли на подъем, и сюда же 2 столбика с накидом. 2 воздушные петельки, и сюда же еще 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. Так, теперь переходим вот к этому элементу. Здесь вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2, вернее, здесь мы свяжем 3 воздушные петли. Здесь у нас будет ананас следующий. И еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 2 воздушные петельки. И опять вот этот элемент вяжем. То есть 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом сюда же. 2 воздушные и 3 столбика. Воздушные петли. Так, вот у нас на этом этапе как выглядит вот эта часть. Она у нас пошла на расширение, и здесь у нас будет переход к следующему ананасу. Как раз для чего мы это все делаем, здесь у нас будет следующий ананасик, а здесь у нас ананас уже почти сократился, и осталась только одна арочка из воздушных петель. Так, вот она у нас, да? Уже он у нас оформлен почти. В следующем ряду мы его закроем. И так далее вяжите по кругу до конца ряда. То есть вы изменяете только вот эту часть. Ну и здесь над аркой у вас над ананасом одна арочка остается. И так вяжите до конца ряда. Так, закончили ряд. Вот он у нас как выглядит. И переходим опять же к следующему. Соединение,
Делаем соединение и переход. Раз, два. Две воздушные петельки и сюда же два столбика с накидом. Две воздушные петли и сюда же еще два столбика с накидом. Теперь 3 воздушных петельки и будем вязать вот здесь вот уже следующий ананас. Он у нас будет немножко больше. Здесь мы вязали 8 столбиков, а здесь свяжем 11. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 столбиков с накидом. Так, 3 воздушные петли и вяжем вот этот элемент, то есть 3 столбика с накидом. Раз, два, три, две воздушные петельки и сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 3 воздушные петельки и вот здесь вот мы уже закрываем ананас. У нас здесь будет только одно соединение в арку и 3 воздушные петельки и переход на следующий элемент. У нас почти ананасик закрылся. Здесь мы вяжем 3 столбика с накидом и дальше будет у нас идти повтор. 2 воздушные и 3 столбика с накидом. Воздушные петли. Так, вот как у нас выглядит следующий ряд. Значит, дальше опять повторяете, начинаете ананас вязать, здесь 10 столбиков с накидом, дальше опять повторяется вот этот элемент и так далее по кругу вяжем таким вот образом. Так, следующий ряд теперь вяжем, закончили этот. И опять соединение. Переход. 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. 2 воздушные петельки. Сюда же 3 столбика с накидом. Так, теперь переходим к ананасу. Этот элемент связали, 3 воздушные петельки и здесь будем вязать столбик с накидом и воздушная петля. В первое отверстие вяжем столбик с накидом, над первым столбиком воздушная петля. Раз, два, три, 4, так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 3 воздушные петли. То есть мы здесь во втором ряду вяжем 10 столбиков с накидом и воздушная петля. И переходим к вязанию
следующего элемента 3 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 3 столбика с накидом сюда же. Так. И теперь здесь мы закрываем полностью ананасик, то есть сразу переходим к вязанию вот этого элемента. Так, сразу сюда, без воздушных петель, без ничего, вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Две воздушные петли и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Три воздушные петли и переходим к ананасу. Дальше повторяться будем. Опять смотрим этот ряд, как должен у вас получаться. Значит, повторяйте этот элемент в каждом этом. И соединение ананасиков делаете точно так же, как я вам показала дальше. Здесь вот то же самое у вас должно получаться, как здесь. И далее по кругу. Итак, мы закончили ряд. Так вот. И опять переходим на следующий. В конце у меня вот такой вот элемент. И мы сразу соединяем его вот с этим. С началом нашего ряда. Соединительной петлей, то есть соединяем два элемента в один и переходим, опять делаем переход, но здесь будем вязать 2 воздушные петельки и 2 столбика с накидом. Так, все, здесь больше ничего. Дальше вяжем 1, 2, 3 воздушные петли и будем вязать вот здесь вот арочки над ананасом. 1, 2, 3 арочка, 1, 2, 3 арка и над всем ананасиком. Так, у нас здесь получилось 1, 2, 3. Так, у нас здесь над ананасом получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких арок. Дальше вяжем опять вот здесь, вот в этом элементе. Вяжем 3 столбика с накидом. И сразу же переходим вот к этому элементу. Здесь мы уже закончили. И 3 столбика с накидом в следующем элементе. И 3 воздушные петельки. И дальше арочки. Ладно, у нас переходим. Вот таким вот образом мы этот ряд вяжем. То есть повторяйте арки здесь. А вот в этом месте будете повторять то, что я вам показала. То есть по 3 столбика с накидом здесь и здесь. И все. И так вот вяжем до конца ряда. Так, заканчиваем ряд. Вот у меня в конце здесь 3 столбика с накидом. Вот такой вот элемент в конце. И теперь мы будем соединять вот 2 вместе. И здесь немножко мы будем по-другому вязать. Так вот, я соединяю 2 воздушные петли. Здесь мне нужно связать вот такой вот элемент. И вяжем в то же, туда же, где мы вязали, столбик с накидом. Так. Еще один столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом надо будет связать. 1, 2 и 3. Вот такой вот элемент мы здесь связали в начале.
Дальше 3 воздушных петельки и вяжем арки над ананасом. Арочки по 3 воздушные петли. И последняя арка и 3 воздушных петельки. Так, здесь у нас опять считаю я вам арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арочек над ананасом. Теперь здесь между вот этими двумя элементами, вот там, между ними прямо в петлю будем вязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. И 3 воздушные и переход на арки над ананасом. Так вот выглядит у нас следующий ряд. И дальше так вяжите до конца ряда. Так, закончили ряд. И теперь следующим опять переходим. Соединяем с нашим первым элементом. Переход делаем. И теперь здесь вяжем 2 воздушные петельки и 2 столбика с накидом. Так, теперь 2 воздушные петельки и сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 2 воздушные петельки и опять сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 3 воздушные петли. Так, вот такая вот история у нас здесь получается. Мы соединили вот эти две дорожки и теперь опять пойдем на расширение. То есть когда мы это все делаем, у нас ананасик пойдет на сужение, а значит здесь мы должны сделать расширение. Поняли, да, мысль? Теперь 3 воздушные и опять арочки вяжем. Арки свяжу и посчитаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 арка. И 3 воздушные петли. Значит, 6 арочек у нас здесь. Опять же, вот этот элемент будете повторять в каждом вот этом. И вот так вот вяжем до конца ряда. Итак, вот у нас что получилось на этом этапе. Теперь следующий ряд вяжем. Опять соединение. У нас почти повтор пойдет сейчас здесь. 2 воздушные петельки. Вот отсюда. 2 столбика с накидом. 2 воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Две воздушные петельки. Мы повторяем вот эту часть. Сейчас я вам покажу. Так, вот видите, вот здесь вот мы расширялись, да? Вот это вот то, что мы в предыдущем ряду связали, вот он, 3 раза по 3 столбика, вот она. И сейчас мы будем вязать вот эту часть. Единственное, что у нас изменилось в этом ряду,
У нас больше ананасик, и здесь больше арок здесь у нас получилось. Только вот этим отличается. А все остальное мы будем повторять. Поэтому сейчас я вам покажу один ряд, а дальше несколько рядов вы свяжете без меня, потому что там будет повторяться просто. Я не хочу лишнее время занимать. Видео большие получаются, поэтому нет смысла повторять одно и то же. И сейчас я вам объясню, сейчас вот этот вот ряд, вернее, ананасик свяжем, посчитаем все, и дальше вы будете уже немножко повяжете без меня. Думаю, не собьетесь, потому что там ничего сложного нету. Так, вот ананасик я довязала, и 3 воздушные петли. Дальше повтор. Значит, вот этот вот мы повторяем здесь. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 таких вот арочек. Теперь дальше этот ряд довяжете. Вот он у нас, да? Следующий ряд вот, точно так же у вас будет повторяться. Точно так же. И вот этот. Вот этот пока не вяжите. Только вот до этой части довяжете. Значит, то, что я показала, этот. Второй и третий, 3 ряда свяжете. И дальше мы немножко по-другому здесь уже будем вязать. Ананас мы сразу не будем следующий добавлять. Чуть-чуть ниже мы его будем добавлять. И вот таким вот образом вяжете, как я сказала, вместе с этим 3 ряда без меня.